поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Прекрасные дамы и великие рыцари, мы приветствуем вас на нашем празднике, посвященном Дню защитника детства, который наша страна отмечает 23 февраля. Наш праздник мы начинаем с торжественного гимна. Не просто мужчинам, а воинам, боровшимся с врагом и победившим его, отдавшим все силы, здоровье и жизнь за процветание Родины и мирное небо. Большинство граждан России отмечают праздник как День мужчин, настоящих и будущих защитников в общем смысле этого слова. Мы поздравляем всех представителей сильной половины человечества, мужчин, мальчиков, юношей, дедов. Сегодня мы проведем рыцарский турнир, на котором наши юные защитники Отечества смогут продемонстрировать свои лучшие качества. Состязания будут проходить в трех возрастных группах. 5-6 классы, 7-8 классы и 9-10-11 классы. Естественно, сегодня будет у нас 3 победителя, каждый в своей группе. А судить наших рыцарей будет беспристрастное жюри. Председатель общешкольного родительского комитета Шамков Станислав Валерьевич. Учитель физической культуры Иванов Игорь Викторович. Психолог школы Маргарита Андреевна. И воспитатель ГБД Алла Юрьевна. Давайте поприветствуем наших рыцарей. Амаров Хабиба, 5-й класс.
Карасян Баграт. Никанор Иван, 6-й Артем. Рошин Андрей, 6-й Касамединов Александр, 6-й Бахма Олег, 8-й Артем. Иванов Данил, 8-й Бэква. Третья у нас группа старшая садика Азимжон. Уважаемые рыцари, прошу вас подойти к столу жюри и вытянуть номер, под которым каждый из вас будет участвовать в рыцарском турнире. Сначала подходят вот 5-6 классы. Черненькие кружочки. 4. Под номером 4 у нас Амара Хабиба. Прошен Андрей, номер 3. Никанор Иван, какой номер? Первый номер. Никанор Баграт, номер 2. Следующие ребята, подходите, пожалуйста. Касамединов Александр. Какой номер? Номер 1. Лазва Олег. 4-й там не должен быть, там их 3. Номер 3. Олег, номер 3. Иванов Данил. Номер 2. И ребята старшеклассники. Сотников Азимжон тянет. Тоже там придашь. Так, номер 3. Караханян Гор. Первый номер. Шацкий Алексей, соответственно, будет номер 2. Да? Так, уважаемые рыцари, тогда прошу садиться. Я на свои места. Так, еще раз, не скажите мне, вы это младший. Какие номера? Амара Хабиба. Так, 4-й номер. Карасян Баграт номер 2. Никаноров номер 1. И Крошин Андрей номер 1. Итак, наш турнир начинается. Первый сон выявили. То есть наши рыцари самые сильные. Конкурс называется «Арма Перестрелка». Ребята, приготовьте. Судить этот конкурс будет Игорь Викторович. Приглашаются номер 1 и 2. Никаноров Иван, Угростян, Вагра. Давай, Ваня!
следующая пара. Прошин Андрей, Амаров Хабиба. Второе место приглашаются Петросян Баграт и Трошин Андрей. К столу. Теперь будем определять, кто из вас будет лучшим. Теперь приглашается вторая тройка за третье-четвертое место, ребята. Это Амаров Хабиба и Никаноров Иван. Никаноров Иван. Приглашаются следующие участники. Хасанетдинов Александр, Базда Олег. Thank you.
Сотиков Азимжон и Караханян Гор. Одноклассники. Песня «Моя армия».
ще раз зустрічі. Уважаемые жюри, вам слово для подведения итогов первого конкурса. Так, ребята, тишина в жарко. В зале, чтобы было слышно, как у нас прошел первый конкурс. Саша, молодец. Первый друг, первое место занял. 4 балла набрал Трошин Андрей. 3 балла набрал Петросян Аград. 2 балла набрал Никаноров Иван. И 1 балл Амар Хабибулов. Вторая группа. 2 балла Иванов Данил. 1 балл Базова Олег. И Посамедин Саша. Саша, на свои места. И третья группа участников. 2 балла Шацкий Алексей. 1 балл Краханян Гор. Желаем всем удачи. Давайте немного дадим передохнуть нашим рыцарям. Пусть отдохнут ваши мышцы, а головы придется нагрузить. Знание вот что современному рыцарю просто необходимо. Сейчас мы проверим, кто из наших рыцарей самый умный. Для начала каждому участнику необходимо подойти к столу жюри и вытянуть букву алфавита. Это означает, что ответы на вопросы будут начинаться на эту букву, которую вытянет участник. У каждого будет 5 вопросов, и они будут все видны на экране, чтобы видели и зрители. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Соответственно, максимальное количество баллов, которое может набрать участник, 5. Сразу хочу сказать, чтобы в зале была тишина и не было никаких подсказок. Жюри будет снимать балл с того участника, чей болельщик подсказал. Все поняли? Итак, ребята, пожалуйста, по одному подходите, вытягивайте букву. Так, ребят, присядьте пока. Сейчас тогда у нас будет музыкальное поздравление. С музыкальным поздравлением ученица 4 А класса Бушина Анастасия. Кафо нужно тебе поднести, чтобы было громче? Посмотрим сейчас. Thank you.
Итак, да, приглашается. А кто у нас первый участник? Амара Хабиба, 5 А класс. Покажи букву зрителям. Так, то есть у него будут вопросы, и ответы на эти вопросы будут начинаться на букву Ж. Присаживайся. Нет, вопросы разные, ответы только будут начинаться на эту букву алфавита. А сразу будем начинать? Так, пожалуйста, тогда выходи сюда. Вопросы будут на экране. Полубоком встать, чтобы тебя видели и зрители, и чтобы тебе были видны вопросы. Не подсказывать в зале. Тишина. Печатное издание со скрепленными листами в виде книжки. На размышление 5 секунд будет, да, наверное, жюри? Дальше следующий вопрос. Правильный ответ был такой. Журнал, да? Орган, которым дышат рыбы. Нет, не засчитывается, да? Так, ребята, если будете подсказывать, будут следить жюри. Вот чей болельщик подсказал, вот мы будем не с него, а именно снимем балл с вашего участника. Это будет просто вот минус вашему участнику. Следующий вопрос. Правильный ответ был жабры. Оконные светозащитные устройства в виде полос. Что на окнах, вот, чтобы солнышко не светило, что это, какие жалюзи, правильно? Прочный металл. Какой? Железо, правильно. Ее ощущают, когда очень хотят пить. Пять секунд прошло. Жажда. И все тогда, да, у нас? Следующий участник, так, присаживайся, Хабиба, следующий участник Петросян Баграт вытягивает карточку с буквой. Буква Б. В, В, буква Б. Внимание на экран. В, В, буква В. Так, внимание, первый вопрос. Транспортное средство, двигателем которого являются ноги. Велосипед. Правильно. Планета, соседка Земли. Смотрим правильный ответ. Правильно, Венера. Самая распространенная жидкость. На букву В самая распространенная жидкость. Баграт. Вода, конечно. Приводят
безмоторную лодку в движение. Весла, правильно. И последний вопрос. Движущийся воздух. На букву В, да? Ветер. Последний вопрос не отгадал. Присаживайся. Так, следующий участник — Никаноров Иван. Так, буква К. Так, ребята, потише еще в зале. Птица, у которой спрашивают о годах жизни. Кукушка. Спортивная обувь. Правильно, молодец. Кроссовки. Следующий вопрос. Инструмент маляра. Кисть, инструмент. Колючее растение пустыни. Засчитывается, нет? Нет. Он потом исправился. Значит, деталь одежды, в которую можно что-либо положить. Карман. И у нас последний участник. Трошин Андрей из младшей группы. Буква Е, Ё, там будут ответ либо на Е, либо на Ё. Лесная ягода черно-фиолетового цвета. Правильно, молодец. Техника не выдерживает тоже. Компьютер нагрелся. На первый вопрос был дан правильный ответ. Следующий, второй вопрос. Празднично украшено новогоднее дерево. Елка. Страна древних пирамид. Египет, правильно. Речная рыба с колючими плавниками. Часть света вместе с Азией, составляющая самый большой на Земле материк. Так, приглашаются следующие участники. Хасамединов Александр. Осадки характерны для лета, весны и осени. Дожди. Умное морское млекопитающее, поддающееся дрессировке. Дельфин, правильно. Месяц года. Декабрь. Могучее дерево с желудями. Последний ответ. Вопрос. Вымершие доисторические животные, одним из которых был диплодок. Динозавры. Молодец. Саша, присаживайся. Молодец, Саня.
Так, следующий у нас кто? Вас балет участник. Буква М. А де у нас Олександр відповідав? Буква М. П'ятий місяць года. Май. Большое водное пространство. Море. Молодец. Ее сочиняют композиторы. Мелодия. Музыка, мелодия. Как жюри посчитает? Наука о фигурах и числах. Математика. Ядовитый гриб, которым лечатся сороки и лоси. Мухомор. Так, во-первых, не подсказывала. Где аплодисменты, ребята? Поддерживайте участников. Данил Иванов микрофон тебе передает. Олег, и вытягивай руки. Буква З. Цвет, получаемый при соединении желтого и синего. Зеленый. Физические упражнения, которые делают утром. Зарядка. Знак препинания. Запятая. Лесная ягода, дающая сладкие, ароматные, красные плоды. Земляника. Он появляется на коже от солнечных лучей. Загар. Молодец. Аплодисменты вашим ребятам. Сотников Азимжон. Какая буква? Буква Л. Тишина в зале, все внимание на экран. Приспособление для ходьбы по снегу. Чертежный инструмент. Молодец. Полезный кислый желтый фрукт. Не подсказывайте, ребята. Лимон. Немножко развернись зрителям, Азим. Столица Англии. Тишина в зале, тишина. 5 секунд прошло, следующего. Небольшое судно с веслами. Лодка. Присаживайся. Караханян Гор приглашается. Какая буква? Буква Г. Попрошу тишину, тяжело. Фрукт, тренирующий боксера. Груша. Граница. Дом для автотранспорта. Гараж, я так знал. Верхняя часть тела человека. Подсказки, может быть, будут? Голова. Маленькая единица массы. Грамм. Молодец.
специальный графу Алексею. Алексей подходит, вытягивает ручку. Страна знаменитая чаем, специями, слонами. Мягкая конфетка из сгущенного молока и сахара. Летят от костра. На букву И. Искра. Искра. Окно в самолете. Имя героя русских сказок. Ну что ж, молодцы, ребята, все справились. Так, уважаемое жюри, вы готовы сразу озвучить? У нас музыкальный номер уже прошел, который должен был. Итак, слово нашему жюри. Первая группа. Амара Халиф получает 2 балла. Петросян Баграт 4 балла. Никаноров Иван 4 балла. Трошин Андрей 5 баллов. Вторая группа, все ребята получают по 5 баллов. И третья группа, Созиков Азимджон 4 балла, Караханян Гор 5 баллов, Ишавский Алексей 5 баллов. На этом наш турнир не заканчивается. Праздничная программа продолжается. И сейчас мы узнаем и определим, кто же из наших рыцари самый меткий. Каждому дается... Тишина в зале, ребята. Каждому дается 3 попытки, чтобы сбить шары нашей замечательной конструкции. Количество сбитых шаров определяет количество баллов. Удачи вам, ребята! Первыми приглашаются 5-6 классы. Начнем также по жеребьевке Амара Хабиба. Сейчас мы определим, какой ремень. С расстояния 5 шагов. Участник бросает дротики и потом сам собирает их. Удачи! Поддерживаем, ребята! Все, 3 попытки. 5? Так, 5. Определили, что будет 5 у нас. 5 бросков. Хабиб, давай. Так, Хабиб, собираем. Так, готовится у нас Петросян Баграт. Я тоже это слышу.
Поправьте, пожалуйста, Игорь Викторович, шарики. Последний, во втором ряду. Удачи, поддерживаем Баграта. Thank you.
Алекса. Шарский Алексей, пожалуйста. Когда проводим этот конкурс «Метки стрелок», классные руководители могут добавить своему участнику одно или два очка, в зависимости, кто сколько собьет шаров. Есть желающие классные руководители помочь своему участнику? Пожалуйста. А где у нас Рузана Акова? Нету ее.
сказали наши классные руководители, то, что Павел добавит, это была шутка, потому что это было бы нечестно. Тем более, Александра Павловна нет, зато мы посмотрели меткость наших учителей. Жюри, вы готовы подвести итоги этого конкурса? Пожалуйста. Thank you.
Взяться за пояс как одной, так и двумя руками. Не разрешается перебирать пояс руками. Не разрешается свободной рукой касаться пола. И категорически запрещается отпускать пояс при перетягивании. По команде судьи необходимо перетянуть соперника на свою сторону от линии. На дорожке они будут. Амил, у нас будут чертить эти? Приглашаются. Никаноров Иван. У нас будет по жеребьевке, как в начале мы по номерам. Никаноров Иван, Петросян Баграт. Участники готовы? Готовы? Нет! Давай!
хорошим Андреем. Хорошим Андреем и Петросян Баграт за первое и второе место будут бороться. Давай, Андрей. Четвертое место Амаров Хабиба и Никаноров Иван. Хасамединов Александр и Бас Валер. Нет, еще у нас Иванов, Данил и Саша. Содиков Азимжон. Нет, подождите. Шацкий Олег Арханян Гор. Категорически, это очень травмоопасно. Судья вам дает вторую попытку. Я не хочу, чтобы он заплатил. Потому что публики поднялись. Белый девушка. Еще раз. Алексей и Пор. Ивановка,
партию. Зодика Азимжон Караханян Гор. Где будете, на полу или на полу? Готовы? Победу одерживает Караханян Гор. И теперь Азимжон остается и будет бороться с Алексеем. Алексей, пожалуйста. Группа ансамбля «Гармония». Песня «Лучше папы, друга нет». Так, мальчики, поведите, пожалуйста, мады. Ребята, рыцари. Они нам уже сегодня не понадобятся. Что ты скажешь?
провести еще один конкурс среди рыцарей 9, 10 и 11 класса. Разборка и сборка автомата Калашникова. Ребята, готовьте стол. Судить этот конкурс будут Игорь Викторович и Станислав Валерьевич. Тишина в зале. Тишина в зале. По команде судьи участник начинает разбирать автомат Калашникова. Судья секундомер включает. Когда последняя деталь коснется стола, секундомер отключается. Дальше вы начинаете собирать автомат. Секундомер опять включает судья. Собираете полностью последнюю деталь, когда уже вы вставляете, значит, все, секундомер останавливается. Готовы? Нет, называть детали не нужно, только разборка и сборка. И, пожалуйста, детали не раскидывайте, чтобы они не были на полу, а на столе остались. Приглашается Содиков Азимжон, первый участник. Готов? Очередность проверяет Станислав Валерьевич, там нужно правильно на очередность соблюдать при разборке и также при сборке. Время это одно, еще правильно. Какую деталь за какой? Готов? Это да. Ребята, ну сегодня у нас обучающее тоже занятие, да? Поэтому мне предложили озвучить ошибку. Он оценил магазин, надо было передернуть затворную раму, то есть его такую назад отвести и проверить, есть ли в стволе патрон. Потому что иначе предыдущий стрелок мог оставить патрон. И поэтому мог произвучать случайный выстрел. Для этого надо было подсоединить магазин, затронуть раму назад, сделать контрольный выстрел, а после этого продолжать автомат держит вверх. При этом автомат держит под углом 45 градусов. Но это обучающее. Болельщики, поддерживайте своего участника. Thank you.
возвращается Караханян гор. Еще одна была ошибка, но скажем ее потом, чтобы у нас с другим участником не было подсказки. Потом озвучат вторую ошибку в конце уже, когда все закончат выступление. Поддерживайте, поддерживайте. Какое время? 30.07. Но ошибки потом озвучат. Шанский Алексей, пожалуйста. Ошибки потом озвучьте, чтобы знали ребята и участники, и другие. Блин. Теперь можно сказать, какие ошибки ребята допустили, чтобы наши защитники знали, как управляться с автоматом. Пожалуйста, Станислав Валерьевич, озвучьте ошибки. Ребята, это боевое оружие. Ну, понятно, что у нас макет, но вообще мы подразумеваем, что под боевым оружием. Боевое оружие, значит, в нем содержатся патроны, которые при соответствующем сработании всех механизмов выстрелят, и пуля может кого-то убить. Если честно, вот подобный алгоритм, он выстрадан, я вам, ребята, серьезно скажу, кровью наших солдат. Дело в том, что нередко даже солдаты, которые служат в армии, могут неправильно вот этот алгоритм соблюсти и в последующем могут допустить нарушение мер безопасности. То есть, если автомат будет заряжен, примерно останется заряжен, и он случайно нажмет, случайно даже, во время перевозки, переезда, там еще где-то в помещении, то могут пострадать люди. И вот в нашем подразделении, где я проходил службу, такое происшествие имело место быть. Хорошо, что солдат был просто ранен легким ранением, но вот представьте, если человек, парень молодой, ушел в армию служить, здоровый, молодой, а вернулся с ранением. И не потому, что это война была, а потому, что кто-то допустил нарушение мер безопасности. Кто-то вот этот алгоритм, который мы сейчас вам только что повторили, нарушил. Поэтому в армии каждый шаг, поверьте мне, каждая буква устава написана, я не побоюсь сказать этого слова, кровью
наших солдат, наших офицеров. Сейчас я повторю еще раз, о чем речь идет. Дело в том, что вот этот магазин, он содержит патроны, по идее. Вот, да. Боевые патроны. Чтобы эти боевые патроны не попали сюда внутрь, его первым делом отсоединяют. Потом проверяют. Может быть, предыдущий, кто стрелял, или кто-то специально засунул туда патрон. Ну, разные ситуации бывают. То есть, отводя затворную раму назад, патрон вылетает. И в стволе не остается патрона. Понятно? Вот. И, соответственно, после, во время всех остальных последующих действий вреда не будет никому причинено. И последний момент, который тоже все допускали в самом конце. Когда вы собираете автомат, последним пристегивается магазин, самым последним. То есть патроны к боевому оружию пристегиваются последним. При этом то же самое производится спуск. Сначала, вот как собрали автомат, производится спуск, ставится на предохранитель, чтобы затворная рама уже не могла достать патрон к патроне. А после этого пристегивается магазин. Все. На этом разборка и сборка закончена. Я уверен, что вы будете стараться беречь свои жизни и жизни своих товарищей. Дорогие участники и зрители, наш конкурс подошел к концу. И он показал, что все участники с честью и достоинством выдержали все предложенные испытания, убедив нас в том, что на нашей земле растут настоящие защитники, способные проявить мужской характер, смелость, упорство, мужество. Сейчас наше жюри подводит окончательные итоги. Награждается орденом Шампов Станислав Валерьевич. Мне предложено было чуть-чуть как бы озвучить ту идею, которой посвящен вот этот праздник День защитников Отечества. Ну, вы все, и мы когда-то были детьми, мы все с вами родились в семье. Семья, мама, папа и дом. Вот из таких семей вот рождаются такие цветы, как вы, дети. Прекрасные, замечательные, умные, успешные, целеустремленные. Спасибо! Благодарность вам. Вы живете в доме вместе с семьей. И вот из таких домов создаются вот наш поселок Дружба, потом наш город Мытищи, Московская область и вся наша великая Россия. Вот теперь представьте, если вы лично свой дом откроете окна, откроете двери и скажете, все, дверей нету, снимаете их, выбрасываете, окна выбрасываете. И кто хочет, ходит туда-сюда, заходит, выходит, заносит, уносит. Что после этого с домом станет? Ничего. Ничего не останется. Вам даже жить негде будет, да, все разберут. Вот примерно то же самое и с нашей матушкой России. Если двери надежно закрыты, если окна надежно закрыты, внутри порядок, законный порядок, то же самое мы внутри можем жить и развиваться успешно, и быть здоровыми и целеустремленными. Вот в этом и есть смысл защитника Отечества, что он смотрит, чтобы никакие враждебные силы из снаружи нашего дома, как и вашего дома, как и наших городов, как и нашей великой России матушки, не проникли внутрь, чего-то здесь зловредного не натворили и не унесли отсюда. Понимаете? И, соответственно, мы все будем все беднеть все вместе. Так вот, в этом и есть смысл защитника Отечества. Он защищает наш дом, ваш дом, наш общий дом, Россию. И каждый дом из каждого из вас в отдельности здесь сидящий. И он несет службу именно сейчас. Если ваш дом свободен, вы можете свободно учиться, значит, именно в эту минуту кто-то где-то несет
боевую службу, защищает ваш и наш дом. Поэтому сегодня мы с вами можем как спокойно учиться и развиваться, понимаете? И вот этому как бы идее я и хотел бы, чтобы вы поняли, что профессия защитника Отечества, а этой профессии учатся в военных учебных заведениях, есть еще такая фраза, есть такая профессия «Родину защищает». Вот этой профессии учатся в военных учебных заведениях. Если у кого есть интерес, я могу вас проконсультировать, каким образом вам можно составить после выпуска из школы вашу последующую жизнь, с учетом, может быть, кто-то захочет стать военным, профессиональным военным. А может, кто-то послужит в армии, вернется, а потом захочет вернуться в армию. Как бы лучше построить какие-то рекомендации. Поэтому мы всегда открыты через руководство школы. Предлагаем вам и таким образом. В частности, ваше участие в наших спортивно-патриотических мероприятиях и какие-то выдача вам грамот в соответствии с приказом Министерства образования в последующем зачитывается при поступлении в высшие, в том числе военные учебные заведения. То есть, когда вы поступаете, говорите, а что же вы такого сделали хорошего, товарищ ученик? А вы говорите, вот, я участвовал здесь, я здесь участвовал, здесь, здесь. Вот Алексей Шаскин, у него уже там целая пачка этих дипломов экрана. Понимаете? Вот он приходит, говорит, вот я какой отличник боевой и психологической подготовки. Говорит, вот, нам такие нужны, бойцы и солдаты, защищать нашу родину. А теперь прозвучит песня. Thank you.
лучше не связываться, но они такие победители на рыцарских турнирах и принимают активное участие и в школьной жизни, и в общественной деятельности. Успехов вам, здоровья, процветания и благополучия. Спасибо. У нас еще одно музыкальное поздравление. Присоединяется учитель музыки Наталья Валерьевна. Также поздравляет наших мужчин дорогих. Она исполнит песню «Синева». Набрал Омаров Хабиб. Поза
пока есть возможность взять и попользоваться микрофоном. Учащиеся 5 класса поздравляют Омарова Хабиба с участием в этом замечательном конкурсе и вручаем ему медали, бурные аплодисменты. В конкурсе, набравший 13 баллов, награждается Петросян Баграт. Правильно по оборудованию. Поздравляем, Баграт. Не знаю. Баграт, молодец! Никаноров Иван набрал тоже 13 баллов. Поздравляем его. И победитель в этой группе Трошин Андрей, ученик 6 класса. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков,
А мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.